В Махачкале проходит всероссийская акция «Дерево Победы». При поддержке правительства республики волонтеры проводят озеленение города. Накануне акция состоялась в столичном парке Агёль. Подробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. Более 30 добровольцев собрались на аллее парка Агёль. Мальчики и девочки, взрослые дети пришли, чтобы выразить почтение ветеранам, сделать город краше и сохранить большую историю Великой Отечественной войны. Мы стараемся максимально приобщить нашу молодежь вот к таким патриотическим, экологическим мероприятиям. Как было сказано, мы хотим, чтобы вот эта работа, она под таким девизом проводилась не только 9 мая. Принять участие в мероприятии пришли представители Министерства природных ресурсов и Минмолодежи Дагестана. Организаторы перед началом акции выступают с напутственной речью, напоминает о доблести героев Великой Отечественной войны. Это всероссийское движение «Волонтеры Победы», которое показывает нам, всем взрослым и младшим, и объединяет нас именно в русле патриотического воспитания, любви к своей этой прекрасной республике и с уникальной природой. Когда, например, ко мне поступило предложение, давайте, Азалевич, мы вот у вас в парке проведем такую акцию, то само собой администрация города все только за, конечно, полный вперед. Мы, как говорится, мы за лучшее, мы за хорошее. Ребята, вооружившись перчатками и лопатой, дружно приступают к посадке цветущих кустарников. Здесь ярко-красные цветы, золотисто-желтые, светло-фиолетовые. Волонтеры посадили более 30 шаровидных хризантем. Помимо этого, активисты заменили сухие деревья на новые, посадили сезонные саженцы туи. Я бы обратился ко всем здравомыслящим людям с призывом приходить, не обязательно деревья сажать, с любым каким-то благим делом, которое будет на пользу обществу, государству, всему народу. Акция стартовала по всей России в начале марта. За это время организаторы посадили в Махачкале более 50 деревьев Победы, в том числе именные саженцы во дворах домов ветеранов Великой войны. Эта акция именно нужно провести. Мы проводим именно где будет на прогулку выходить наши ветераны, участники Великой Отечественной, чтобы им приятно было. Мы также здесь таблички установим, что это именно приурочено к 72-й годовщине Великой Победы, чтобы наши ветераны знали, что о них никто не забывает, помнят. Посадка памятных насаждений продлится в рамках акции до августа текущего года. В Дагестане задействовано более 5000 волонтеров. Цель организаторов не только озеленение города, но и сохранение истории Великой Отечественной войны. Гамзат Нурмагомедов, Тамила Кадирова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.